Ты же вроде попробовать хотел. Акустическая гитара состоит из корпуса, пятки, верхней и нижней деки, обечайки и так далее. Но в нашем случае это электруха. Осторожно, бери. Какой тяжелый инструмент. Еще бы, после скрипки-то. Итак, для начала состроимся. Шестая и первая струна должна звучать как ми. Подергивай струны и крути колки. Первая и шестая ми? Ага. Только на две октавы ниже. Чем первая, да. Остальные после шестой. Ля, ре, соль, си, ну и ми на первой. Так. Упрись большим пальцем в тыльную сторону грифа, согни указательный палец так, чтобы он не задевал соседние струны. И зажми шестую струну на первом ладу. Вот так. И дерни ее. Электруха очень тихо, я не слышал. Там чистый звук? Да. Отлично. Теперь делаем так. Распределяем 4 пальца на 4 лада. И по очереди зажимаем и отпускаем струны на ладах. Какой простой инструмент. Еще бы, после скрипки-то. Теперь об аккордах. А у тебя всегда так волосы делают после занятий музыкой?